Приветствую вас. Объективно, преимущества могут быть только такие, которые вы сами для себя будете видеть в своем положении. То есть вот у вас есть определенная фобия, и вы эту фобию как бы используете для, для достижения собственных целей. Да? То есть, например, вы испытываете социофобию, и, соответственно, вам легче, лучше, удобнее быть одной. И в этом контексте можно говорить о том, что именно вот социофобия делает человека более личностно ориентированным на себя, более на себя ориентированным. С этой точки зрения можно сказать, что человек более глубокий, более сложный в плане вот восприятия себя и других. Это человек, который не следует моде, да, это человек, который, если это, конечно, вот не является невротическим состоянием, то это человек, который следует только своим каким-то приоритетом, своим каким-то желанием, но при этом не обращает внимания на моду других людей, на моду общества и так далее. Этот человек достаточно самостоятельный, самодостаточный, который не нуждается в других людях. И, в общем-то, с точки зрения вот личности, с точки зрения личностного подхода, когда мы говорим о том, что порой человек в обществе забывает о том, кто он вот есть на самом деле, он забывает о том, кто он такой. Вот если мы говорим в этот контекст, то ситуация, конечно, именно такая. Вот. Но нужно понимать, что по большому счету, в личности и сама личность не была бы возможно без общества. И вот если вы для себя этот момент также постараетесь принять, ну, по крайней мере, вы будете двигаться между двумя полюсами. Вот. Что касается преимуществ, то здесь ситуация, ну, на мой взгляд, ситуация здесь такова, что вы можете просто-напросто использовать свое состояние для своих целей. То есть преимущество изоляции социально, а социофобия это по сути и есть такая вот форма изоляции человека. Так вот, преимущество это всегда личностный подход. Но следует помнить, что любой личностный подход, к сожалению, почти всегда в своем абсолютном значении приводит человека к тому, что он оказывается вне общества,
и, соответственно, испытывает некоторые проблемы с реализацией. Вот. А я, большому счету, понимаю, что вы, может быть, не хотите бороться со своей социофобией, вы не хотите с ней что-то делать, вот. Как-то вы не хотите свою жизнь менять, я отдаю себе в этом отчет. Вот, но, и, собственно, именно поэтому я ответил вам на ваш вопрос. Но, по большому счету, просто постарайтесь вот немножечко подумать и на эту тему тоже. То есть, вот, это то, чего вы хотели бы для себя или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас какие-то вот дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.